Сегодня ориентировочно в 19:50 на региональной автомобильной дороге, 26-й километр. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался со стороны города Енисейска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил касательное столкновение с автомобилем «Волга», после чего опрокинулся на проезжей части и также допустил столкновение еще с тремя автомобилями «Тойота», «Хонда», в результате чего погибли в автомобиле ВАЗ-2115 водитель и два пассажира. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota. Ребенок, находившийся в детском удерживающем устройстве, также доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время проводятся следственные действия. Так, смотри, Красноярск. Двигался из Красноярска, да? Да, я из Красноярского переулка. Черного, там клуба. Который он там стоит, да? Бочинами. Да, 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 ехал. Ну, расстояние.